политическим мотивам мы не можем показать постоянного ведущего рубрики «Официоз» и главного редактора телекомпании АТВ Сергея Т. Поэтому сегодня с вами Дмитрий Т. и очередной выпуск рубрики «Официоз». На сайте госзакупок опубликован очередной лот на покупку дорогостоящего автомобиля для чиновников. Управление федеральных автомобильных дорог «Южный Байкал» планирует приобрести автомобиль стоимостью 2 998 тысяч рублей. В автомобиле обязательно должны быть 8-цилиндровый бензиновый двигатель, подогрев передних и задних сидений, климат-контроль не менее 3 зон, навигационная система, аудиосистема не менее 6 динамиков, DVD-проигрыватель, разъем для iPod, колесные диски не менее 20 радиуса. По указанным характеристикам подходит только Nissan Patrol. Жители Бурятии полностью поддержали их выбор. Я совсем дураки, что ли? А можно и за 400 тысяч купить. Чем дешевле, тем надежнее. 3 миллиона для меня очень большая сумма. Воруют, наверное. За зарплату пускай лучше свои покупают. Чтобы они вообще пускай покупают наш УАЗик, Патриот. Пускай катаются на велосипедах. Больше пользы будет. Не, пусть как его российские машины покупают. Вон, как Путин же сказал, надо российского производителя поддерживать и все. Поначалу мы думали, что машина будет приобретаться для руководителя Упордор Южного Байкал, господина Николаева. Мы даже представили, как он в нем будет смотреться. Но учитывая, что автомобиль семиместный, то Упордор может поместиться туда всем своим управлением. Поэтому мы надеемся, что чиновники не будут больше покупать дорогие автомобили, тем самым сэкономив бюджет. С вами был Дмитрий Т. Всего доброго вам, до свидания.